Всем привет, с вами Кейлер, и сегодня мы продолжаем проходить FNAF 4. Вторая ночь у нас, и, ё-моё, я уже записываю второй раз, и опять, да, опять второй раз, и на этот раз я дожил до 5 часов, и меня убил Керсик. Да, вторая ночь, тупая, сраная ночь, бесит меня уже, реально, задолбало. Ой, господи Иисусе, ой-ой-ой-ой. Надо понять их тактику. Я уже просто начинаю отвлекаться на одно, а меня убьет другое. Кто-то слева. Сто пудов. Давайте кровать проверим. Смотрите. Нет, нормально. Чика, чика, чика. Сейчас чика там. Тусуется. Справа. Да, я угадал. Ушла? Ладно. Допустим. Только не кексик, пожалуйста. Кексик самый коварный. Который есть вообще в игре в этой. Наверное. Только не Бонни. Только не Бонни. Постойте, кто-то слева был. О! Фокси! Это нормально? Я не знаю. Пожалуйста, пусть это будет нормальным. Первый раз Фокси вообще вижу в игре. Блять, а? Я боюсь. Я боюсь, что на меня кексик нападет, как всегда. Из какой-нибудь жопы. Он любит это делать. Я думаю, это нормально. Опа, Бонни. Ребята, у меня плохое предчувствие. Очень плохое предчувствие. Очень плохое. Ой, да что было? Ребята, это пиздец. Это пиздец. Это плохо. Я все равно ее когда-то пройду. Я ее когда-то пройду.
Все равно будет такое время. Случится такое когда-нибудь. Вот и Чика. А вот сейчас и Бонни так с крысы подойдет ко мне. Это уже не пугает меня. Это просто меня не пугает. Это меня уже надоело просто-напросто. Я уже не могу. Ища Диады. Ё-моё. Ой, very bad, ребята. Very, very bad. То кексик нападает, то еще кто-то нападет, блин. Это реально, это невозможно. Сейчас Бонни нападет, ребят, смотрите. Сейчас я схожу сюда. Ой, я не люблю. С двух сторон. Это не... Это нечестно. Эй, Бонни! Не шути. Так. Слева, 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 сучка. Успел. Что это было? Тихо, не свети. Это кто? Это Бонни? Фокси! Нет! Все пиздец мне, ребята. Пиздец, сейчас Фокси херанет меня. Как следует. Или Бонни. Сейчас Бонни мне
шлепнет по попке. Или кексик. Бонни. Да. О, господи. О, ребята. Это реально, это трудно. Это трудно. Ну, попытаться до последнего, в принципе, пройти все-таки все равно, наверное, можно будет. Надо врубиться в реальную тактику, потому что если не врубишься в тактику, то не будет ничего. Ребята, это вообще жопа, ад. Справа кто-то, стоп, стоп. What the fuck? Я боюсь, что... Давай. Справа, 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 Чика. Пони! Я сказал, только не кекс, и он тут бах меня, и все. Ой, господи, ребят. Ладно, ребят, я вообще сейчас уже не могу, я отдохну, и может потом еще запишу серию, да. И тогда я точно пройду. Да, да, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Киллер. Всем пока.